Здравствуйте, дорогие друзья! Что хотелось бы сказать? Уже пробую пройти эту миссию, наверное, раз в пятый, никак не могу пройти. Вот не получается и все, уже перезаписываю, перезаписываю. Не знаю, что делать, вот правда. Атакуют змея, атакуют очень сильными войсками, я ничего не могу ему сделать. И прям разносит на ухнарь. Я уже не знаю, что предпринять, какое решение, вот правда. Сейчас постараюсь еще раз пройти эту миссию. Не знаю, как у меня получится, не получится. Но я, наверное, сейчас сразу понастрою лучников, всех, ну, чтобы делали мне луки. Потому что я вкладывался в еду, ну, в большей степени в начале. И уже потом только начинал делать луки и копья. На последний раз, когда пробовал, я уже, конечно, продвинулся дальше. Отбил несколько атак, уже и был в достатке, и деньги, и все. То есть уже налоги у меня были тройные. Но я все равно не смог чего-то там, ну, как бы, выдающегося достичь, чтобы победить. Видите, я не могу строить эти поля нигде, только здесь. И в этом заключается моя самая огромная проблема. Потому что поля не строятся, и я не могу людей обеспечить едой. И меня это злит. Я не знаю, что делать, вот правда. И начинаю как бы проигрывать из-за этого. Сейчас построим домики. Это нельзя здесь разместить, Вот милорд. так вот. Пусть они мне сейчас будут дерево таскать, потому что мне будет дерево очень сильно нужно. Сразу построю склад. Вот кто будет вот эту миссию вот играть, вот смотрите, вот снимаю, вот следите за моими ошибками, вот прям. И старайтесь как бы делать Волки нападают на нас. примерно как я, чтобы не совершать вот этих Нет вот свободных ошибок. людей для этой работы. Нет людей. Нет людей. Понятно. Хоть много домиков вначале нельзя ставить, но ситуация вынуждает. И нам вначале будут вот эти вот до хижины очень сильно помогать с этими. Нужно дерево. С едой их пока кидаем. Запасы провизии убывают, мой лорд. И здесь я вот... Прошу прощения, друзья, но это всегда так громко. Я не знаю почему, но всегда громко так. Здесь я буду, наверное, делать вот так вот. Потому что пусть они лучше убьют, там у меня посевы, не посевы, но здесь они людей как бы моих не тронут. Я уже просто реально не знаю, что делать. Вот я, наверное, вот приму вот такое вот решение. Вот так вот, вот двойную стену, башню. Ваше указание. И сюда уже там попосажаю потом лучников, не лучников, копейщиков, всех. Первую мы волну отбить сможем. Первую волну, там максимум вторую, но не И готовим больше. стрелы. Блин, ты волки вон нападают, и лучники. Чё они тут? Активная оборона, ё-моё, чё вы не уничтожаете? Дальше. Посевы. Сейчас будут таскать сыр, все будут таскать. Пшеницу надо. Пшеница будет очень хороший этот прирост к еде давать. Но пшеница, это, знаете, такая штука интересная. Прям вот реально Волки интересная. нападают, милорд. Мы ее построим, она, да, она будет давать нам прирост к еде очень хороший. Люди будут за счет нее очень сильно так выживать. Но есть минус. Так как нападают постоянно войска, куда мы будем это, ну, как бы... Они просто будут убивать этих людей. Ну, короче, пофигу, я все равно построю. Лучники готовы, дальше точнее. Я все равно построю, все равно сделаю. Послание от вашего писаря. Сэр Лондон отправился на корабли вести переговоры с варварами, захватившими короля. Этого волка достать мы не можем. И тут у нас ездит один бык, который таскает нам камень. Тоже как бы такое, да, ребят, дело. Вот у нас сейчас тоже Что нам делать? нехват. И разгонять войска не хочется. Вот прям вот не хочется, не хочется. Нам сейчас еще у нас, по-моему, камень есть.
Надо 5 камней. Я думаю, бык успеет принести до первого нападения камень. Вот нам таскают уже пшеницу. У нас есть пшеница. Вот сейчас будут луки нам делать. Все это будет. Сейчас поставим две мельницы. Хотя... Хотя нет. Одной хватит мельницы. Пока что одной, я думаю, хватит с головой. И построим вот этих вот домиков, пекарен. Вот так в ряд. Вот так вот. Все. Думаю, этого будет достаточно пока что на первое время. Ох, уже говорю, уже немножечко устал уже. Столько раз эту миссию пытаться пройти, и в итоге все не получается. Прям устаешь прям. Давайте почти не осталось его. Еще все-таки вот этих домиков построим. Не знаю, как, сколько они смогут этой пшеницы натаскать, успеть, не успеть, но построим. С провизией, да, реальные конкретные проблемы. У нас вот в основном из-за пшеницы будет такой буст очень хороший идти. Луки есть, ждем камень. Ждем камень, чтобы построить вот эту ерунду. Провизии осталось мало, ты видишь. Блин, и тут волк. Мой лук, вашим услугам. Скотина. Вот убьет вот сейчас вот этих вот людей. И все, и мы останемся как бы без еды. Убили мы его? Нет, все, убили. Отлично. Волки это, конечно, проблема проблем. Вон они еще лежат. И сейчас еще будут нападать войска. Уже вот сейчас, уже все, скоро, уже чуть-чуть осталось до нападения. Все, видите, вот хлеб пошел. Вот, я же говорю, вот пшеница это очень выгодная штука, но ее сразу убивают, сразу, ничего не успеваю сделать. И не хватает нам армию, мы не можем сделать. И нам еще выгодно поделать копейщиков. Давайте сделаем несколько домов копейщиков, хотя бы трое. Трое домиков. Запасы провизии пополняются. Казна пустеет. У нас разнообразная провизия. Возьмем налоги, чтобы выйти в ноль. И возьмем, поставим парочку вот этих вот веселящихся тем. Вот дети, где веселятся. Это даст плюс. Так, почтительность. Вот надо будет еще вот эту медведя поставить. Люди любят вас, мой лорд. Что-то не дало нам это почтительности. Хотя должно дать. Я знаю точно, но дает. Вот. Плюс один. Отлично. Теперь у нас с едой порядок. У нас порядок с этим, как его, с людьми. Гляньте, сколько у нас людей. У нас теперь порядок. Луки. Теперь нам нужен камень. Вот бык нам везет камень. И сейчас будет уже нападение. Вот я уже чувствую жопой, что вот все. Вот уже сейчас будет нападение. Денег у нас мало. Рынок, рынок, рынок. За что строится рынок? За... Ога, отлично. Сейчас мы притулим вот сюда рынок. И дерево не продать. Знаете, вот ничего не продать. Вот серьезно, все нужно. Бычара все высадил. Давайте. Строим. Отлично. Все они на башне засядут. Все засядут. Будут сейчас лупасить с башни. Тут бродячий торговец или кто идет, не знаю даже. Все, все эти ребятки на башне, отлично. Все суетятся, все здесь. Активная оборона, ребята. Вот, сейчас маленькое войско, его бояться в принципе не стоит, мы его развалим. Так, у нас 3 копейщика всего лишь, но это мало. Но сделаем. И загоним их наверх. Пусть будут.
Вот видите, гасят, 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 гасят лучнички. Жалко, больше всего жалко быков. Вот правда. Вот больше всего жалко быков, потому что вот они бегут убивать быков, видите? Вот, вот это вот, вот камня типа не будет. Они всегда нападают на быков. Ну, короче, они сейчас вот это все развалят. И хоть плачь горькими слезами, вот правда, по-другому вот никак это не назвать. Можете рассчитывать нас. Куда пойдем? Выступаем. Еще и волки, и эти ублюдки, вот они нападают. И мы их не можем убить. Ну, сейчас убьем, я думаю, они не успеют дома разрушить. Давайте, давайте, давайте. Есть! Все. Развалили всех, но они при этом развалили наши эти. Что нам остается сделать? Вот как я считаю. Я считаю, нам остается, чтобы выжить, нам надо либо вот так вот застроиться, вот так вот, либо здесь еще поставить одну башню, но для этого нам нужно купить камни. Но это мы-то купим, это сильно проблемы с этим мы не испытываем. Поставить еще башню, вот такую, вот здесь. И сюда засадить людей, чтобы они, точнее лучников, чтобы они лупасили. И сделать это вот, вот так вот. Вот так вот, такой переход. Сюда. А вот это вот, наверное, вот так вот убрать. Ну, чтобы они как бы могли пройти. Все. Мой лук, вашим услугам. Теперь найм, найм, но не простой найм. Теперь нам нужно сделать что? Нам копья, копья нам тоже нужны, поэтому мы ставим обязательно, чтобы делались копья. Дальше будет очень много вот этих пехотинцев дебильных, и они будут нападать. Копья нам нужны, нам все нужно. Угу. Змеиное послание – это плохо, потому что сейчас он будет опять нападать. Копейщиков будем ставить исключительно вот здесь, чтобы они, то есть они не давали как бы мы пехоте вот проходить. Они вот здесь их тушили, что-то они как бы с ними какую-то возню надавали, чтобы они вот эту стенку не разрушили. Если вот это они как-то вот разрушат, это еще не так страшно, как то, если они разрушат нам. Атакуют войска змеи. Ну пусть атакуют, не страшно. Тут сейчас не такая уж большая армия, вот она, мы их, я думаю, сможем развалить. Луки, нам нужно теперь делать луки. И много луков. Ничего, будет работа, все будет. Вот видите, как мы их теперь засыпаем стрелами. Они теперь нам ничего сделать не могут. Не, ну как, могут, конечно. Копейщики вот побежали. Навязывают, навязывают борьбу. Это хорошо. Могут, могут уничтожить, конечно, это плохо. Но думаю, не успеют. Одну успеют. Блин. Отлично. Отлично, отлично. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Волкова убил. Я думаю, нужно взять. Или не взять, или нанять. Денежка что есть. Давайте наймем еще людей. Этих тоже ж на башню, а копейщиков заберем вот сюда для защиты. И естественно сюда. Сейчас он останавливаться не будет. Это вот я вам хочу вот сразу сказать. Он будет также продолжать нападать, и войска будут все сильнее, сильнее, сильнее с каждым разом. То есть это будет трешак. Вот правда. Вот по-другому это не назвать, это реально трешак. С каждым разом будут все сильнее. Ну дома построим, потому что пшеница нам нужна как воздух. Нужно дерево.
Ох ты, вот это плохо, это луки не будут делать нам. Так, а чё дровосеки у нас загорелись красным, не понял. Давайте докупим, значит. Можете рассчитывать на Смотрите, нас. медведь. Надо завалить медведя. Это будет просто. Видите? Все, есть готов. Выступаем. Все, тут и копеечки стали. Вот можно Пойдем. парочку Есть, сюда, пожалуйста. где зайцы нападают, чтоб они этот защищали. Мы уже идем. Ну и... Ваши люди поздравляют вас с Ой, спасибо. участием в Вот нашем сейчас будет походе. большой отряд. Вот прям огромный отряд, который будет нападать и будет нас убивать. Это плохо. Сейчас нужно нам будет предпринимать, даже и не знаю, что предпринимать. Нам бы почтительность бы повысить, но на это тоже нужны деньги. Люди восхищаются вами, Плюс сэр. 8, свадьба плюс 8 нам дала. Казну поступает золото, сэр. Люди восхищаются вами, сэр. Давайте пока вот у нас плюс 8, воспользуемся Вами, этим сэр. и заполним казну бабками. Ждем ваших Не хватает предложений, оружия, сэр. сэр. Не хватает Наймем оружия, всех. сэр. Что нам делать? Мы уже в И пути. сюда. Эта башня уже полностью забита. А копейщиков будем ставить Есть, ваша на светлость. вход. Камня у нас как не было, так и нету, потому что, ну, естественно, я думаю, вы понимаете, почему у нас нету камня. Потому что у нас все плохо с камнем. Так, видите, у нас Казну поступает золото. люди начали страдать. Люди любят вас, мой лорд. Надо убрать Казну поступает золото. налог. Люди любят вас, мой лорд. Если еще почтительность повысить, тогда уже можно немножечко понаглеть. Но пока что наглеть никак нельзя. Дровосеков нельзя нам потерять, потому что и фермеров, глядите, сколько они нам помогают. Пшеницы сколько добывают. Никак нельзя терять этих Можете людей. рассчитывать на нас. Вообще. Эх, далеко идти. Нам нужно наделать еще домов лучников, но нет денег. Послание от змеи. Ну что ж, пришло тебе время умереть. Да иди ты умереть. Попробуй еще убей меня. Нужно золото. Нехватка, да? Придется ждать. Но главное, что есть дерево. Это самое главное. Еще есть луки, есть копья. Можете рассчитывать на нас. Ждем ваших приказов. Естественно, мы забираем Давайте. всех. Мы уже идем. Уже идем. Че по золоту? По золоту у нас Ждем золота ваших хватает. приказов. Мой лук вашим услугам. Чем больше лучников, тем лучше. И Нас потом, атакуют войска змеи. не знаю, либо камня, либо чего-то надо будет как-то добыть. Как-то вот здесь закрыть, наверное, я не знаю, либо вот так вот закрыть, чтобы мы постоянно атаковали их, и атаковали, атаковали. Теперь у нас инженеры, ой, у нас, у них. Теперь тут вообще конкретная тема. Милорд? Активная оборона. Они сейчас в копейщиков наших будут стрелять. Но это их не спасет. Ваши указания. Копейщики у нас здесь, они будут у нас охранять. Что нам делать? Активная оборона. Давайте, 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 давайте. Гасите, гасите. Отлично. Ну и тут все, мы как бы уже это за нами победа. Сразу это хорошо. Инженеры курят, не знаю, что они курят, но курят. Отлично. Ну, в принципе, мы не сильно много Можете людей потеряли. рассчитывать Убегаем, убегаем, убегаем. Нет, нас же на достанут. нас. Выступаем. Нас достанут, нам нужно убегать. Противник пал. Замечательно, наконец-таки отбили. Вот третье нападение, по-моему, или какое четвертое по счету, я уже отбить не смог. Вот честно признаюсь, я постоянно проигрывал. Теперь есть шанс, что, возможно, мы Ждем его ваших отобьем. приказов. Не хватает оружия, сэр. Есть Какие будут указания? шанс. Засаживаем сюда людей. И надо либо купить камни, либо построить, чтобы таскали. Я думаю, уже можно, наверное.
себе позволить, чтобы таскали камень, и чтобы нас не обижали. Давайте на каждого по три бычка сделаем. Вот только не знаю. Так, есть. Почтительность. Почему-то у нас нету почтительности. Не должно быть так. Надо построить, значит, еще веселящихся детей. Вот так вот. Это нельзя здесь разместить, милорд. Люди любят. О! Плюс 3. В следующем месяце плюс 3. Ну потому что продовольствие еще, вот видите, дает нам неплохо. Сыр все-таки вывозит кипиш. Сыр — это тема хорошая. Итак, теперь по лукам. Надо. Ваше дерево слишком малышее. Блин. Блин, а что ж делать? Чтобы не истребили, встанем где-то вот здесь. Кстати, вот я что думаю, давайте, наверное, потратим сейчас все деньги, которые у нас есть. Вот сюда их поставим, чтобы была охрана. И еще, естественно, луки. Сейчас мы луки тоже. Так, дровосеки. Вот дровосеки что-то у меня прям работают как-то. Вот, наверное, вот здесь их надо построить. Еще домиков, дровосеков, пусть они работают. И еще надо построить, наверное, пару домиков крестьян. Блин, это будет, наверное, самое длинное видео. Но если вдруг что, я его, наверное, на две части разобью. Может быть, даже и на три. Дерево есть, но деревом обносить, даже не знаю. Хотя, наверное, лучше деревом, чем совсем ничем. Давайте, наверное, реально обнесем деревом. Потому что, ну, очень мне жалко быков, если мы их потеряем. Все-таки было неплохо сюда вложено денег. И вот так вот сюда поставим ворота. Даже, наверное, не одни ворота. Какие еще можно поставить? Еще вот так ворота. И теперь... Блин. Давайте... А, ну ладно. Хотел уменьшить скорость, потом думаю, ну вообще ж медленно будет все добывать. Не хватает оружия, сэр. 18 лучников, они должны неплохо должны защитить. Теперь вот так вот это все сделаем. По две линии сделаем. Там же у меня еще эти. Скажите, а я вам скажу. Люди, которые, как их называют? А? Мы идем. Мы уже в пути. Блин. Лучники готовы. Вроде все на башне стоят. Не хватает оружия, сэр. Мой лук. Есть. Этих посадим сюда. И теперь у нас еще есть деньги. Можете теперь копейщики. Не хватает рекрутов, сэр. Ваше указание. Что нам делать? А? Если они пройдут, вот если они пройдут, копейщики их тут встретят и дадут им езды. Опа, как он сюда пролез? Ни хрена себе, Васёк, вы, Василий. Нет, идите обходите, вы чё, попутали что ли? Обходить? Пипец. Молодцы. А потом я думаю, что это мы просираем каждый раз войну? Да потому что у нас люди в дырки всякие заходят. И молодцы. Фу, какие додельники, ё-моё. Я думаю, даже можно, наверное, вот так вот сделать. И людей разместить
Еще на каменных стенах, лучников я имею в виду. А башни, башни, башни. А, десяточка нужно, чтобы такую башню высокую поставить. Но ничего, ничего. Уже мы с вами, глядите как, мы прям неплохо. У нас мельница, у нас все. У нас сейчас идет вообще четко. Прям, я прям очень доволен, как у нас сейчас обстоят дела. У нас сейчас хватает и рекрутов, и хватает оружия, всего хватает. Ах, так.